Всем привет! Дорогие студенты, уважаемые преподаватели! Моя фамилия Резнов Юрий Александрович. Я являюсь старшим преподавателем кафедры физической культуры и спорта. Мы совместно с управлением по молодежной политике решили записать для вас несколько роликов, посвященных фитнесу, физической активности, физической культуре, чтобы познакомить вас с передовыми идеями спорта, физической культуры, ну и двигательной активности. Надеюсь, вы посмотрите, оцените и будете использовать это в своей повседневной жизни. Ноги чуть шире плеч, вдох, руки вверх и выдох через стороны. Вдох, середина. Открыли грудную клетку, плечи расправили, подкрутили таз. Вдох, руки вверх и выдох через стороны. Круг плечами наверху. Медленно, начиная с головы, наклон вперед, и также медленно, позвонок за позвонком, опускаемся вниз. Слегка согните ноги в коленном суставе, стряхните руки, плечи, максимально расслабьтесь. И затем медленно, начиная с коленного сустава, разгибаем колени, позвонок за позвонком, спина, круг плечами наверху. Правое скресло назад, вдох, и на выдохе наклон. В сторону назад, растягиваем боковые мышцы туловища. Выдох и возвращаемся в исходное положение. Смена положения ног, вдох, рука вверх. На выдохе потянулись в сторону назад. Вдох и выдох, возвращаемся в исходное. Вдох, руки в стороны. Правая ладонь смотрит вверх, левая вниз. Смотрим на открытую ладонь. Вращение в плечевом суставе с поворотом головы на открытую ладонь. Руки прямые. Максимально вращайте в плечевом суставе прямыми руками. Выдох, руки вперед, подкрутили таз, вдох, руки вверх и через сторону выдох. Наклон головы вперед, полукруг к правому плечу и затем к левому. Не запрокидывайте голову назад, строго по груди. Нейтральное положение головы, широкая постановка ног. Ноги шире плеч. Разгибаем коленный сустав, опора на руки. От центра переступаем ладонями вправо, опора на правую голень и поворот на кисть. Не заваливайтесь вперед, не падайте назад, прямое положение. Стопа, плечо, плечо, кисть, прямая линия. Возвращаемся в исходное. И затем поворот к левой ноге. Опора на голень. И поворот на кисть. Все суставы должны быть выпрямлены. Поддержать это положение. И затем вернулись в исходное. Собираем стопы. Замок под коленями. Круглой спиной потянуться вверх. Отпускаем замок. Медленно, позвонок за позвонком. Разгибаем спину, круг плечами наверху. Вдох, середина. Открыли грудную клетку, плечи расправили, лопатки свели. Выдох, руки вперед. Подкрутили таз. Вдох, руки вверх. И через стороны выдох. Правая, левая. Спасибо.